Российское движение школьников подготовило для петербургских учеников различные развивающие программы. Планы и итоги работы организации за первые полгода обсудили в Аничковом дворце. Для школьников РДШ будет устраивать уроки здорового образа жизни, занятия по выбору профессии, творческие мастер-классы. Особое внимание организаторы уделят гражданской активности подростков, в частности, развитию волонтерства. Немало интересных проектов будет и в области военно-патриотического воспитания. Все эти программы будут реализованы в 21 школе Петербурга. Помогать представителям РДШ будут различные городские организации. Один из принципов нашей работы будет социальное партнерство. И это сотрудничество не только с детско-юношескими организациями нашего города, это и сотрудничество с культурными образовательными учреждениями, которые заинтересованы в работе работе со школьниками. И самое главное, это будет сотрудничество с родителями. Региональное отделение российского движения школьников было создано в Петербурге в апреле этого года. С весны координаторы провели ряд интересных мероприятий, как самостоятельно, так и с партнерами. В частности, педагоги РДШ принимали участие в форуме «В смысле», который проходил в Кронштадте, а также обменивались опытом с коллегами из Калининградской области на форуме «Балтийский Артек».